вроде что-то получилось. Кажется. Леди Вобасен! Потому что мы чужаки. Стой! Если сложить вот так, похоже на руну. Бессмыслица. Идем обратно к лодке. Синдри выковали топор, чтобы помочь ей выжить? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Продолжим в другой раз. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Что это? Ого, что мы нашли? Отец? Да. Те голоса. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога. Назад, быстро. Это не к добру. Thank you.
Атрей, ко мне! Готовься. Что? Я рядом. Ого, хитро. Очень хитро. Идет нас к храму? Посмотрим. Ты
Но ты был неправ. Да? Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. У нее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет.
Надеюсь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Еще. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Да? Еще одна для коллекции.
У них тут не только мосты. Может, эта штука нас поднимет? Синяя дверь! Мы у цели! Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Снова колокола. Видно, рядом нарнирский сундук. Это снова гном. Синдри? Сюда. Еще один. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Не ходи, где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Ну, что вас привело, друзья? От меня можно не убегать. Мы внутри. Вперед! Дракулы!
Красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Ого! Вот это впечатляет! Читай. От тьмы береги свет. Как-то плохо они его берегли. Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал.
Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало. Мосты появились. Иди за мной. Отдых. Пути восстанавливаются. Не знаю, что мы тут делаем.
Так... Кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать биврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. Почему я не слышу? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Назад! Свет! Да, цель уже близка, но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Сын!
Ого, красота. Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Погоди, он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я хочу... Здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень... очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Да.
Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка. По моей команде выпусти стрелу в камень. Сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Лестница завалена. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх. Скейп, это никак! Вот это, хищно! Куда ты можешь?
тоже не пройти. Коня! Пускай батанина! Сын, сюда. Будешь везде его носить? Может быть. Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Как же я до нее доберусь? Может, не будем грабить священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Идем дальше.
Пойдем дальше? Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Ну давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупая загадка. И все-таки это дверь. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? Или... В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем бы вы думали? Точильным камнем. Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад. И там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер. А, сочувствую. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И?
Но отсюда нет пути наверх. Я знаю. Повыше, чтобы я видел, куда стреляю. Стреляй на слух. Учись. Учусь. Без кристалла. Найдем кристалл. Thank you.
Опять будешь таскать с собой этот кристалл? Если придется. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Наконец-то. Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться.
Grow, brother. Freaking thing you're old. Нет, не может быть. Что он сказал? Что мы сделали роковую ошибку. Мы помогли не тем? Я... Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама? Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Трей. Забудь. Ладно.